Чемпион Вакка Про. Хорхе Лорен, синий угол. Приглашаю в ринг людей, которые будут проводить церемонию награждения. Встречайте, чемпион мира по тайскому боксу, чемпион мира по боксу среди профессионалов по версии WBC, президент Федерации тайского бокса города Москвы Григорий Дрозд. Генеральный продюсер промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев. А также вице-президент Федерации тайского бокса России, председатель Федерации тайского бокса Кузбасса Сергей Бусыгин. Григорий, ну несколько слов. Уже близится к завершению наш вечер. Остался один главный бой. Что скажешь, какие впечатления? Впечатления очень хорошие. Я думаю, что Артем Вахитов ожидал все оправдания, мы очень ждали его в Москве, мы очень ждали его выступления. По сути, вся Москва и даже вся Россия ждала выступления Артема Вахитова здесь. Вот. И у нас есть кое-что интересное, чтобы сегодня рассказать зрителям. Поздравляю Вахита, команду и Кузбасс. Спасибо. Камил. Не могу не спросить, есть ли зависть, что Fight Nights первой не открыла муай-тай в России? Я думаю, что муай-тай развивают как раз те люди, которые умеют это делать. А мы просто смотрим и аплодируем.
А зрители наши аплодируют. Сергей Юрьевич, ну и ваши слова, несколько слов про бой Артема. Ну, большая неожиданность. Я думал, все-таки бой продлится все три раунда, потому что, ну, очень Хорхе серьезный соперник. И Артем порадовал и удивил. Молодец, вообще слов нет. Кузбасс. Итак, во втором раунде на 45-й секунде победу нокаутом одержал Артем Вахита!